Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Давайте выполним упражнение 171 на странице 125 учебника по русскому языку для второго класса автора Климановой. Спишите текст. Пришла долгожданная весна. Ярче светит солнце. С юга летят птицы. На деревьях распускаются почки. Появляются первые цветы. Люди радуются дружной весне. Какие члены предложения отвечают на вопрос «кто» или «что»? Подчеркните их одной чертой. На вопрос «кто» или «что» отвечает подлежащее. Что – весна, что – солнце, кто – птицы, что – почки, что – цветы, кто – люди. Какие члены предложения отвечают на вопрос «что делает» или «что делает»? Подчеркните их двумя чертами. На вопрос «что делает» или «что делают» отвечают сказуемые. Что сделала? Пришла. Что делает? Светит. Что делают? Летят. Что делают? Распускаются. Что делают? Появляются. Что делают? Радуются. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеорешения на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.